расскажите, почему вы продолжаете третий год выходить? Ну, это такой мой протест против несправедливости судебной системы, недовольства решением суда, возмущением о том, что арестован наш избранный губернатор, о том, что ничего не предъявлено толком было, ничего не доказано. Поэтому продолжаем выходить. Светлана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, есть какие-то новости? Здравствуйте. Есть единственная на данный момент хорошая новость. Это из письма, полученное от Сергея Ивановича, что ему разрешили каждый день 10 минут пообщаться по телефону с родственниками. Ну а так мы ждем все-таки новостей от апелляционного суда, который должен состояться в скором времени. Тогда уже будет понятно. Светлана, почему вы продолжаете выходить? Наверное, это у нас уже зависимость. Мы уже просто не можем сидеть дома. Мы вышли за Сергея Ивановича, только выходим и уходим. Как вы думаете, есть надежда на апелляционный суд? Ну, большой надежды, конечно, нету. Будем рассчитывать на чудо.